чеканили собственные монеты. Так что даже в самый разгар священной войны они могли преспокойно торговать с неприятелями-мусульманами. Это было основой всей экономики Иерусалимского королевства. Вот копия золотой монеты. А вот арабские монеты, на них можно рассмотреть арабскую вязь. Эти монеты были отчеканены в Египте. Кроме того, золотые монеты крестоносцев чеканились и на Западе. Вот это типичный западный динар. А еще я хочу показать вам вот это. Такие монеты чеканили здесь, в Акре. Они были, по всей видимости, разменной частью основной единицы. То есть основой всей системы кредитно-денежных отношений Иерусалимского королевства крестоносцев. Монет, имевших хождение в этих местах, были миллионы. Когда крестоносцы пришли на восток, они, конечно, понимали, что им придется заниматься хозяйством. Чтобы построить такую крепость, нужны были деньги, причем в большом количестве. Речь идет примерно о 2 миллионах. Миллионы золотых монет в течение 2 лет ушли на строительство одной крепости. Это было выгодное вложение. Все эти здания в Акре принадлежали вольным каменщикам-масонам, которые вкладывали сюда огромные капиталы.